мне просто должны были стульчик поставить, чтобы я так облокотилась. Но можно попросить? Просто семейная жизнь, это, знаете, так легко, что нужно всегда иметь опору. Помнишь, к однокласснице ушел школьный, а потом вернулся и принес шубу. Мне, конечно, милый до сих пор больно. Но и шубу тоже до сих пор ношу я. А когда с танцоршей загулял пошлый, мне купил машину, чтобы опять вместе. Выходка с танцоршей навсегда в прошлом. А машина вроде ничего. Ездит. В августе бухгалтершу свозил в Канны, хоть ее открыто называл серой. Мне, чтобы извиниться, подарил камни, 3 карата в перстень и 2 серьги. У меня истерика, хожу, плачу, я же не представлю, как тебе стелят. Радует одно, что отписал дачу. Это за рыбалку и за ту стерлить. Не могу привыкнуть к твоему блуду и заставить саблю положить в ножны с горя. Ипотечную взяла в суду. Значит, 10 лет еще прощать можно.